Замороженного Платона пошел в каточку. Ой. Как так? Ой-ой-ой, харе. Кстати, я так думаю. А будет засчитываться? У меня выиграй бой в броуболе. Как оно называется? 3 раза. И можно мне в конкурсных картах или нету в футболе конкурсных карт? Если есть, то мне интересно, можно ли. А вот засчитывает Бравл Старс, что ты выиграл бой. Но кубки не засчитываются, если что, в этих, как они называются, конкурсных картах. Да. И мне очень интересно. Ой, Динамайк просто нас разнес. Но у меня есть ульта. Ну, Вольт и... А, нет. Ты... Динамайк просто. Все. Отлично. Топовая карточка. Звездный, хорошо. Пау. Скрин. Да, в принципе, квест на 1000. А какие 1000? На эти 100 жетонов. Просто я не думаю, что мы не затащим в обычном футболе на кубке. Аутсайдер. Так, тут Фрэнк, да? Какой-то он прямо полез почему-то. Ну, я кинул ульту. Тут мистер Пи с очень плохим ником. Вообще очень плохие, не ставьте такие ники. Все. Как меня Джеки не добила, я не знаю. Как можно было за Джеки Луни добить? Вы что в кустах стоите? Да, если бы вот эта вот стенка... Я не понимаю, они ничего не делали. Они тупо встали в кусты и ничего не делали. Да уйди, крыса ты. Да блин, а! Зачем? Как у меня мяч попал в руки? Или что там у Лу? Ну, руки у Лу. А как роботизированные руки называются этим? Протезы, что ли? Ну, нет, по идее. Так, руки, только роботизированные. Я это слово не могу. Роботизированные, вот. Хорошо, продолжаем. Так. Да блин! А! Я бы мог с ульты забить. Но тут уже шансов не было, понимаете? Шансов. Так, все. Идеально. Да уйди ты. Ой, вспомнил фразу Лу, моя любимая фраза. I got a sauce. Да блин, что ты мне пас не даешь? I got a sauce. Вот. Мне нравится эта фраза. Я получил сок или... Ой, соус или что он там говорит. После меня всегда... Ужас. Да как? 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 Сейчас хоть... Тогда у нас ничья получается. Да блин, награду за поимку. Ну как так? Опа, карта для трикшотов. Я бы трикшотил. Ну, типа, каким-то ютубером был бы популярным, у которого много подписчиков. Мне бы все крутились. И я бы трикшотами забивал, потому что мне бы ничего... Ну, если мне, конечно, крысы бы не попались. Но, если вы снайпите, то не крысьте лучше. Зачем? Да и просто не крысти. Без разницы в каких случаях.
Все, забил. А ульту я оставлю. Во, а я ульту кинул. О, отлично. А что, тут никого не осталось? Ну, нормально. Я уж в залу будут эксклюзивные значки, типа, и куда мне их девать? Чувак, ты играй, пожалуйста, спасибо, что ты мне дал пас. Не попал я. Но чуть-чуть оставалось, ладно. Мы бы и поедем дать пас. Ну, в любом случае, ладно, не страшно. Так, а сейчас? Ну, сейчас. Хотя, Таро, затяжка? Блин, а! Страшно-то как? Да. Хорошо. Просто отлично, конечно. Вообще ни одной тычкой не попал. Этот вольт. Ах, да... Да, блин, почему Тара умная? Почему она тупо не пошла ко мне? Я бы забил гол. А фига я Пенни разнесла? Фига Пенни всех разнесла, капец. Тупо красавчик. Сколько у него кубков? Мне интересно, единственное. А, неудивительно тогда. Ну, где баланс? Ну, ладно, в любом случае затащил. Он против меня кто? Вообще, бой какой-то неравный получился. Самый приближенный ко мне это вот этот вот чувак по кубкам. А все остальные, ну максимум, сколько у них, 15к максимум, или сколько у них там было, уже не помню. Ну какой-то неравный бой, у всех там кубки разные, у кого-то вообще 1000, у кого-то 17к, 16к. Красавчик, чувак. Глебщука, ой, Глебщука. Прикольно. Да блин, если бы были вот голы за... Если бы... Если бы, короче, оставили, что можно забивать свои ворота, то б сейчас был бы гол. Пау! Отлично! Тащим, пацаны! Ах ты! Чё ты в меня стреляешь, а? Ой, промахнул той Мортис. Так, уйди. Да блин, а! Отлично, Фрэнк. Да не крутись ты. Или он не крутился? Он просто крутнулся так. Он не покрутился, он крутнулся просто. Я бы еще одну... Куда ты... Ладно. Случайно. Если бы я его успела, я бы другую ульту кинул. Да, то все равно у меня тиммейты хорошие, они тупо разнесли. Так, надо сюда... Ладно. Да блин, а! У меня патронов не хватает, чувак. Ну все. Эмс, да? А, сейчас забью. Круто! Да за...
Зачем? У меня было бы 350 жетонов. Ну как, ну 360 даже. Ну почему так, скажите? Да ничего не выпало. Круто, круто, конечно. Остапы, а что у меня ничего не введено? Я ж вводил. Почему? Как так? Нам надо затащить, чтобы еще было. Как он называется? 100 жетонов. Хорошо, давайте. Пэм, да? Ну все, мы их застанили. Тупо на изи. Чувак. А у этого чувака не орех или апекс? У этого фейспалм, короче. Бама, каким образом? Каким образом он не забил? Так. Отлично. Биосупер удары потрать. Да блин, ПМ тупая. Страшно. Отлично. Блин. Ой. Ну, они не крутятся, они, как это, а как это сказать? Вот, что сделать? Крутнуться. Отлично. Вот это эпекс или этот орех? Интересно, как его ник читать? Он на английском или на русском написано? Мне кажется, на английском. Ну, орех тоже звучит зачетно. Вау! Хре! Все. Орех забивает гол. И этот орех звездный. Вот я не понимаю. Мы почему в какой-то Яндекс-переводчик, там же можно определять слова с картинки. Вот, он возьмет эпикс или орех. Не, кстати, он русский получается. По крайней мере, СНГ получается. Значит, может быть и вариант, что это Олег. Ой, какой Олег. Орех. Хорошая работа, Орех. Все, хорошая работа, Орех. Так я это видео и назову. Поставлю какого-то ореха на превью. Ну так что, остался квестик на Леона. Нанести урон. У Пантоха в сети. Нормально. Ну, мы скоро Попотряса все-таки обгоним. Это моя промо-цель уже во всех видосах. Вот это как я назову. Хорошая работа, Орех. О, Орех. Превьюшку с орехом поставлю. Жаль, у меня не получается сразу с превьюшкой загружать. Просто у меня не комп. Творческой студии. Да я не хотел с тобой. тимиться. У меня просто инет лагал, я покрутился, чтобы он пропал. Зачем я с тобой тимиться не хотел? Нам урон вообще-то надо наносить. Давай потихоньку будем наносить. Во, кольте. Опа. Во, только не на меня. Он потратил на этого. Что за лаги? Не надо.
Круто. Круто, тиммейт отлично, офигеть. Я даже с ним не тимился. Да пофиг уже. А кто за мной наблюдал? Может, Антоха? Спасибо, если сказать, будь здоров. Вам тоже здоровья, чтоб не болели, чтоб соплей не было и чтоб не чихали, как я. Да, у меня сопли уже давно. Я там, ну, практически 2 недели в школу не ходил. А уже с четверга на этой неделе начал. Так. Так. Е-е-е-е-е. Отлично. Да, я крысил. Ну, что поделать? О, банчи тирана. Вообще, еще не хватает вот читерада 228 и вместо банблет написать. Вообще было бы классно. Да, конечно. Как же без смайлика? А, я думаю, у меня 88. Ну, 17 400 апнуть. Ну, давайте еще 2 карточки. Я, в принципе, ролик не хочу уже затягивать. Зачем его затягивать? 20 минут достаточно. Ах ты, убежал. Давай тогда возьмем. А тут Дэрил. Ах ты, взял мою банку, гад. Зря за динамайком пошел, конечно. Главное тут Шелли не встретить. Вот этого я очень сильно боюсь. Так. Ладно, тут дальше я уже не пойду. Давай крысить, потому что у меня больше выхода нету. Тупо. Опа. Тут кольтяна. Вообще крысить не советую. Крысить это плохо. Но вообще тактика рабочая. Крысить я не советую. Вообще во всех смыслах крысить. Не зазы быть не быть кустарной крысой, а вообще никакой крысой в Бравле не быть. Блин, тут просто... Я надеюсь, я до топа-3 хоть доживу. Мне это интересно. Мне надо до топа-3 тупо дожить. А еще лучше до топа-2. А, он за мной побежит, да? Хорошо. Мазила тупо. Ультой промазал, да как это возможно? Ах ты гадина, да зачем? Чё ты в меня стыль? Ну блин, а что? Как? Я до топа-3 хотел, да. Ну что меня эти тиммеры, идиоты? Да блин! А! Тиммеры идиотские! Ой, блин! Я тогда Шелли. Да, я говорю, тиммеры идиотские, но я тогда Шелли не хотел тиммерс. Я от лагов избавлялся.
Она, блин, да типа это крыса и так была. Да не тиммейт нифига. Ну, стрельнула в тебя, да и не случайно. Я с тобой тибиться не хотел. Отлично. Я надеюсь, я тут 5 банок хотя бы соберу. О, приехал. О, матрас. Ну, давай не будем трогать его. Вот так. Либо он тоже от лагов избавлялся. Я вам 100 подычки тратит, а? Она думала, я так и знал, что она так будет делать, тычки в тупую тратить. Типа я за ней гонюсь. Чё, ты только у меня не крысь, окей? Тут осталось Эмз, да? Эмзёрка. Хорошо. Фига себе. Вот какой-нибудь. Я сначала прочитал вот никнейм этого матраса, как Саня. Грустный смайлик, конечно, кину. Ну, респект тебе за то, что ушел. Настоящий. Вот это настоящий тиммейт. Не, ну давай все-таки добьем. Пусть ролик практически 30 минут будет. Но в любом случае я хочу добить эти кубки. Нам, в принципе, надо 2 топ-3, чтобы было хорошо прямо. Либо топ-1 и топ-10. Ну, конечно, конечно. Отличный конец видео, да? Ну, встретили мы тупого токсика, ладно, не сможем лапнуть. Я уже не хочу играть. Побомбила разок, все, хватит. Потому что... Ну, зачем, я не хочу бомбить. Какой в этом смысл? Хочу спокойно записывать. Ладно, с вами был Платон. Пока, моржи.